коды от Одина. Где же вы? Вот они. Тебе нравится, птичка? Тебе уже пора. За мной приплыли. Почему везде аварийный свет? Где весь народ? Здесь что-то не так. Будь готов ко всему. Я прикрою. Ласковис! Сюрприз! С днем рождения, Уильям. До тебя, герой Америки. Поздравляю, Бласковис. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Bleskowitz. Еще один год капитана Косморыбы. Max. Haas! Твой любимый торт. Банановый, с кремом. С днем рождения, Билли. Уильям, задуй свечки. Проведем этот год с пользой. Загадай желание. С днем рождения, Билли. Еще один год капитана Косморыбы. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Bleskowitz. До тебя, герой Америки. Не думал, что столько проживу. Твое здоровье, Бласковец. Самый крутой говнюк. Жуки, Билли! Черт возьми, до чего же вкусный банановый торт? Это Макс из Фекса. А вот любовь в жидкой форме. Боже! О, боже! Виннеги Хордену разъест желудок! Ну, как там на Венере? Привез мне сувениры? Ну, магазин был закрыт, но... Я привез вот это. Твою мать, Бласковец! Я просто обязан рассказать тебе про серебрянку. Это название. Он очень... Он очень маленький. Зигрун! Да, фрау Грейс. Слушай, мне нужна твоя нацистская помощь. Я не нацистка. Неважно. Поручаю тебе расшифровку кодов Одина, чтобы отключить систему защиты и угнать Аусмерцер. Да, фрау Грейс. Только не называйте меня нацисткой. О, прости. Задело твои нацистские чувства? Терпи, принцесса. Ты все еще здесь? Черт, бухло кончилось. А, вот это другое дело. Товарищи, братья и сестры, большое спасибо. Завтра мы будем стрелять в нацистов, пока не кончатся пули. Но сегодня, сегодня мы пьем за Бласковица. Самогон Хортона. Не твое. Эй! Да-да. Нет! Да ладно. Эй! Да-да! Давай-давай-давай! Давай-давай-давай-давай, мечи! Давай! Да! О, твою мать! Кто-то засрал нахер весь туалет! Люди, вы что? Да! Твою башку удержали в этой банке, жуткий Билли.
Да, да! Да! Next shot! Next shot! Next! Next shot! Next shot! Давай, Уильям! Он выдержит! Как ты, Ваня? Ну, Хортон берет кукурузу. Иногда используем ячмень. Лично мне больше нравится рожь, но он берет кукурузу. Потом... Любимый, Уильям. Проснись, Уильям. Детка, не надо. Каждый звук, как пуля в висок. Что случилось? Вайт пропал. Бласковец, надо его найти. Мне еще нужно собрать мозги в кучу перед операцией. Шевелись! Мы искали его всю ночь, но до сих пор не нашли. Отыщи его, пока мы не отправились на задание. Так, а мне нужно немного поспать. Часок, хорошо? Потерял, сынок. Вайт что-то хандрил вчера вечером. Может, он решил повеселиться? По мне, так бильярд здорово снимает хандру. Но я Вайта плохо знаю. Ох, слушай, не просто мне будет привыкнуть жить под водой. Хорошо, хоть свинья у вас тут есть на борту. Говорят, ты ищешь Вайта. Прости, милый, но я его не видела. Поговори с Хортоном. Он у нас все знает. Вайт! Брэда, этот парень болтал в кают-компании с моим другом Пэрисом Джеком. Айри, здорово все набухались, да? Поговорил с Хортоном в кают-компании? Кажись. Он может быть в курсе. Я видел Вайта вчера в столовой, он там разговаривал с Пэрисом. Бласковец, можешь уделить мне минутку? Я писатель и наблюдаю за людьми. Я наблюдала за нашим другом Максом. Я вижу в нем великое горе. Будет здорово, если мы как-то его приободрим. Макс обожает игрушки. Ты очень занят, я понимаю, но, может, ты поищешь игрушки для него? Прошу, сделай это для Макса.
Значит, ты был учителем? Учителем истории, да. Люблю историю. Только трудно отличить, где правда, а где брехня. Американские дети читают учебники, где написано, что Мону Лизу создал фюрер. Говорят же, историю пишут победители. Значит, придется нам победить. Хм. Твоя правда. Когда я видела Вайта, с ним говорил Джазмин. Ну, чувак из людей Хортона. Венера, чувак. Прикинь, это пипец как далеко. Эй, чувак. Я помню про Вайта только то, что он кормил сыром воображаемую зверюшку в кают-компании. Это все, брат. Что нового? Ладно, Макс, иди сюда. Давай попинаем мяч. Иксос. Нет, Макс, хватит уже грустить. Давай. Давай поиграем. Иксос. Думаешь, я не вижу, что ты избрал самый легкий путь? Думаешь, со мной такого не было? Я видел, как убивали моих друзей, семью, моих детей. И я знаю, как легко сдаться, заползти в самый темный угол своего разума и сидеть там, пока все не потеряет смысл. Ты хоть представляешь, чего мне стоило не свихнуться, собраться с силами, забыть, что я видел? Поэтому, когда ты грустишь, мне больно, потому что я сразу вспоминаю про них, потому что те образы возвращаются и наполняют меня тоской, а я больше не полезу в тот угол. Обратной дороги уже не будет. Понятно тебе? Улыбнись, Макс. Ради бога, улыбнись! Макс! Улыбнись! Макс! Давай! Макс! Улыбнись! Макс! Ладно, Макс. Ладно. Я не могу тебя развеселить. Но рядом с тобой я и сам грущу. Макс! Максос? Нашел Вайта? Поспрашивай, вдруг кто его видел? Мне правда очень жаль, сэр. Но я не знаю, где сейчас Вайт. Жаль, не досмотрела я.
Гер Бласковец, я не видела Гера Вайета. Я всю ночь расшифровывала коды Одина. В последний раз я видела его в клубе Крайзау. Кажется, но не уверена. Я, кажется, наконец поняла шифр, Гер Бласковец. Я скоро расшифрую для вас коды Одина. Не. Ужасно темные. Слушай, проблемы. Я не видела Вайта с вчерашней вечеринки. Столовая прошлой ночью и... Я так скажу, ребята из Крайзау. Умеете вы веселиться? Ай-ай-ай. Так, Хортон, грёбаный жуткий Билли, Свобода Америки. Хорош. Уайт пропал? Я помню, он говорил с Пэрисом в кают-компании. Да. Вайт? Я не видела, брат. Здравствуй. Вайт? Имя знакомое, а лица не помню. Мон капитан, я помню, как месье Вайт очень странно вел себя вчера в кают-компании. Может, поищешь там, уи? Вайт? Да, он был, сука, Весса, весь в себе, понимаешь? Кажется, я видала его в столовой. Гер Вайт, хороший менш. Ты найди его, капитан. Жуки Билли, Хортон очень лестно о тебе отзывался. Вон, я впервые слышу, чтобы он кого-то хвалил. Бонжур. Я вчера рано отчалила и не знаю, куда ушел Вайт. Ты спрашивал мою сестру Хоси? О, пан Бласковец, я слышал, Вайт исчез. Ты ведь найдешь его, да? Ингли, я волнуюсь за этого бойщика. Да. На другую планету, но доводилось ли тебе бывать летом в Швеции?
Да, я вчера говорила с Вайтом. Он очень грустил. Все, что я знаю. Тювер. Добрый день. Чувак, у нас возникла опасная ситуация. Я подсчитывал боеприпасы на оружейном складе, и тут на меня прыгнула огромная крыса. Может, у нее бешенство или еще что? Здоровая, как собака, я отродясь таких не видел. Я уж решил, что мне кранты. Но мне повезло, сверху упала коробка и прямо на эту тварь. Будь другом, сходи на склад и прикончи ее. Смотри, чтоб она тебя не укусила. Зуб даю, эта гадина наградит тебя столбняком или еще бог весь чем. Ха! Приветствую. Рада тебя видеть. Сервус. Эй, жутко, Билли. Есть одна тема. Эй, Пэрис Джек. Ты тут Вайта не видал? Я видел его ночью.
Ему было плохо. Боже, Перис, твоя музыка льется мне в уши, как жидкое золото. Кап, кап. Где ты научился так играть? Музыка наполняла Новый Орлеан жизнью. У тебя был дар, и музыка текла вместе с кровью по твоим венам. Но как овладеть даром? Как играть без единой фальшивой ноты? Тут нужна практика. Годы и годы практики. И строгая дисциплина. В школе я умел играть на кларнете. Единственное, чему учат в школе, сынок, как быть рабом системы? Музыкальный или еще какой? Чувак. О, твоя музыка, чувак, это космос. Это как звездный ветер. Она изменяет мое сознание, понимаешь? Вызывает чувство... вызывает чувство тошноты вообще-то. Зачем ты себя губишь, сынок? Что? Не думай. Я же видел, что ты принимаешь. Это круто. Я типа открываю мир. Расширяю горизонты. Своим умом сечешь? Но это не твое. Ты просто не понимаешь, Перис. Не тебе судить, что я понимаю. Тут речь идет о Вселенной, и это важно. Я должен понять логику многих явлений. Сынок, в нашей Вселенной логично лишь одно. Чудесные звуки музыки. Ты не понял, чувак? Значит, ты видел, как он пошел к Тиру? Угу. Он, похоже, собирался в дальние дали. Угу. Спасибо. Уайт? А он был на празднике? В бродячем цирке были чумовые афтерпати. Но, видит бог, вчерашний вечер был просто улет. Добрый день, капитан. Поищи Уайта в тире. Я, кажись, видела Вайта мельком, но к тому времени я так сильно нажралась, что ничего не запомнила. Вайт парень хороший, но с головой у него беда. Ты поищи его. Вайат. Надо подумать. Нет, не помню я Вайата. Чуешь ветер перемен, Бласковец? Вот угоним Аусмерцер, и нас никто не остановит. Кэп, зацени-ка.
Кэп, зацени-ка. Помнишь тот нацистский бункер в Манхэттене? Свиньи сделали его своей базой. Вот, мы перехватили сообщение со списком всей боевой техники, которую они там хранят. Зацени. В списке есть полноценный сжимающий корсет. Прочитай описание на боевой карте, чувак. Серьезно. Пиковый валет. Накрылась нахер. Эй, капитан. А ты уже искал Вайта в тире? Приветствую, капитан. Надо сходить в тир, поискать там Вайта. О боже, голова сейчас лопнет, Тумер. Хотела прочитать... Есть минутка? Я люблю читать. Мне мама как-то сказала... Такая тема, Би. Нам удалось перехватить сообщение. В нем полный список стройматериалов, отправленных на Венеру для оберкоманда. Зацени. В этом списке есть исправные боевые ходули. Они, небось, с их помощью красят потолки или типа того, хер их разберет. В общем, прочитай описание задания на военной карте. Удачи, Би. Такая красивая жена, как вы. Уж простите меня за дерзость, мэм. Пора приступать к операции. Вайт, наш пилот, нам без него не улететь. Все пучком, капитан? Как дела, мистер Бласко? Как делища? Я про Вайта помню лишь то, как он сидел в столовой и думал о своем, как всегда. А потом я, кажется, вырубилась. Надеюсь, эта гнусная книга сгниет в каком-нибудь темном чулане. Максус. Есть у меня один заскок, Макс. Я на дух не переношу дурные метафоры. Вот, послушай-ка. Джордж копошился в ее розовом бутоне, словно мохнатый шмель. О, простите, мистер сладкий нимфоман, но я читаю ваш эротический детектив, чтобы завестись, а не наоборот. Эксос. Я просто слегка расстроена, Макс, и все. Эксос. Дамы кавалеров не обсуждают. Эксос. Ну, я дамой отродясь не была, так что могу рассказать. Вчера вечером я, скажем так, побывала на свидании с твоим другом Бомбатой. Да, и мне показалось, будто между нами что-то промелькнуло. И тут я узнала, что вроде как угодила в любовный треугольник с этой глупой нацистской девчонкой. Откуда мне было знать, что он уже занят? Эксос? Ты прав, Макс. Он просто бестолковый бабник. Храни его, Господи. Мне стоит просто забыть о нем. Ее соски, как два розовых бутона, ожидали, когда садовник польет их из шланга. Нет вилки, я глаза себе выколю. Максус! О, милый, ты хочешь мне что-то показать? Макс! О, боже. Макс, это ты сделал? Максус. Знаешь,
Я когда-то изучала искусствоведение, потому что мой папа был галеристом. И я обожала гулять по галерее. То, что ты создал, можно продать в любой галерее за огромные деньги. Правда, Макс? Эксос? Черт. Ты не против, если... я посижу тут и полюбуюсь? Максос. Ну... круто, Макс! Спасибо. Хорошо вчера погуляли, да? Привет, друг. Нацистов что, зовут свинка, свиньи. Довольна? Но зачем же так обижать свиней? Сочетание цветов феноменальное. Это какой-то бред, Шашан. В смысле, кому мог понадобиться ключ без замка, а? Ай. Здравствуй. Я слышал, сегодня ребята отправятся на важное задание. Но не ты, нет, нет, нет. Мы с тобой останемся здесь. Да-да, ты будешь здесь. Да. Рада тебя видеть.